Тем временем для участия в Кубке губернатора по спортивным танцам в Тюмень прибывают иностранные участники. Это и спортсмены, и представители судейского корпуса. Среди них не только наши соотечественники, но и гости из Голландии, Венгрии, Португалии, Сербии и Дании. Я буду очень счастлива танцевать здесь, на турнире. Погода меня не пугает, потому что в Дании тоже холодно, конечно, не так, как у вас, но будем надеяться, что все будет хорошо. Мы очень рады будем здесь танцевать, на этом прекрасном турнире. Это тоже мой первый раз.